хорошо. Давай. Взлетная дымит полоса, но я к тебе дорогу найду. Пришла идея сделать такой клип, где не я в главной роли, а в главной роли актеры талантливые, профессиональные, медийные. Такая идея, чтобы я в этой песне просто пел под гитару, а вот профессиональные актеры показали нам любовь, чувства и стремление вот вырваться из круговорота обычной нашей рутинной жизни. Мой герой — влюбленный романтик. Он встречает прекрасную нимфу в художественной галерее. Он давно за ней следит, и он мечтает, что они отправятся в какое-то романтическое путешествие. Он грезит ей, и в какой-то момент его грезы становятся реальностью, как ему кажется, но на самом деле нет, потому что медленно дотлеют угли. Медленно дотлеют угли, слезы спрячут дожди. Ведут шансы на нули, нам делить один город на двоих. Самая красивая сцена клипа – это на Курской косе было снято. Конечно, очень холодно, но нам ничто ни почем. Мы бегали, был красивый закат, солнце, пустой берег песчаный. В общем, это очень красиво. Калининград – красивейший город. Я здесь давно не был. Трамвайные съемки вообще топ. Я покатался на трамвае, мне понравилось. Да, на старом немецком трамвае поездил сегодня. Мне нравятся эксперименты, и мне нравится создавать песни в разных жанрах. И мне кажется, что в этом мой конек. И, по сути, «Угли» как раз песня об этом. Чтобы мы не зашоривались в каких-то рамках, чтобы мы были свободными внутри, и чтобы мы знали, в чем в первую очередь наша личная цель сердца.